Всем привет, я The Host. Сегодня я дам вам небольшой совет, как решить проблему, с которой я столкнулся в программе After Effects. Суть моей проблемы заключалась в том, что когда я работал с плагином Element 3D, у меня постоянно какие-то были проблемы с загрузкой этой именно модели. То есть я работал с текстом, и она у меня очень сильно жутко лагала. Я сначала не мог понять, в чем проблема, а потом заметил, что у меня выскакивает вот такая вот ошибка. И, в общем-то, здесь нужно обратить внимание на то, что в программе не хватает кэша для того, чтобы обрабатывать данные, насколько я понимаю. И сегодня я расскажу вам, как решить эту проблему. Для этого нужно будет зайти во вкладку Edit, потом перейти во вкладку Preferences и нажать Media and Disk Cache. И изменить, собственно, расположение тех файлов, которые будут сохраняться в кэш, в то место, где у вас больше всего памяти. Вот, собственно, я себе вот на свой диск, который я использую только для программ, все поставил. И, в общем, проблема моя была решена. То есть вам необходимо будет изменить вот эти две. Я даже три тоже сразу забахал в одну всю папку. Да и, в общем-то, проблем у меня больше не возникает. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам это помогло или пригодилось. Пока-пока!